Философ – это люди, которые очень много думают. Они придумают науку разную. Философия – это все люди занимаются. Это такие дети, которые яйцо и курица. Есть такие люди, которые думают еще. Они не знают, что до сих пор, что яйцо или курица. Философ – это такой человек, который животных и людей лечит. А потом другие люди их заинтересуют. Они нужны для того, чтобы придумывать все.